В Национальной библиотеке Чувашской Республики прошел фестиваль современной поэзии «Голоса». Его история насчитывает более 10 лет. Он посвящен памяти известного авангардиста, поэта с мировым именем нашего земляка Геннадия Айги. Фестиваль объединяет поэтов из разных городов – Москвы, Казани, Саратова, Ульяновска и других. В нем принимают участие как опытные литераторы, так и молодые. Цель фестиваля – познакомиться с новыми голосами в мире поэзии. Этим когда-то занимался и сам Геннадий Айги. Пандемия внесла свои коррективы. Поэтому часть поэтов участвовала в фестивале дистанционно. На связи были Киев и Бостон. Но это никак не повлияло на мастерство и талант. Программа была весьма насыщенной. Интересные лекции, презентации новых изданий. Одну из них с названием «Провинция живых» представил поэт и литературовед из Санкт-Петербурга Арсен Мирзаев. В книгу вошли избранные стихотворения Геннадия Айги с комментариями составителя.